Всем привет, ребята, новый день. Вчера вообще не снимала ничего, даже камеру в руки не брала. У нас такой день был, просто какой-то, как страшный снег. Военкомат, сборы брата. Сегодня мы отвезли его на 5 утра на место, откуда они выезжают. Короче, он уже на учебку уехал. О, как-то так. Вот, собрали все, что могли. Я вчера целый день как зомби не спала. Эту ночь тоже плохо спала. Я прямо это понимаю, что даже кушать вчера не могла, если честно. Состояние было ужас. Тошнило от всего. Ну, от еды. В общем, как-то так все. Теперь молимся за нашего бойца, вообще за всех. И за быстрейшую победу, и за, чтобы закончилось это все. Вот такие вот дела. Съездила вчера в военкомат, все разузнала. Поговорила там, в общем, пока вот так. Сейчас собираюсь на работу, завтра выходная, сегодня на работу и с братом держу постоянно связь. Они еще в дороге, еще до места не доехали, но уже где-то на подъезде недалеко. В общем, вот так вот, все, собираюсь на работу, кофе себе делаю. Мы на 5 утра сегодня, в 4 утра встали, то я еще часик потом подремала, и вот все, уже хожу вообще никакая. Ой, на улице у нас снежок, прям засыпает. Вот такие вот дела. Новый день, ребята. Я не знаю уже, какой день я снимаю. Первый. Второй, наверное, да. У меня такое сейчас эти дни состояние. Даже разговаривать не хочется. Ни с кем. Никак. И на камеру тем более. Ладно, бегала сегодня с мамой. Там встречалась по делам. Потом в магазин забежала. Как бы там чего не было, семью кормить надо. Семью кормить надо. И достаю салфетки. Нет, на самом деле это не то. Так это надо помыть и сразу. Закончились у нас салфетки. Да, градусник убрать. Назар уже выздоровел. Сегодня в школу пошел. Сегодня-завтра у него школа. Так, взяла вот такое. Ой. Моющее. Не брала я его еще первый раз, но в магазине порекомендовали. Взяла большую бутылку. Во-первых, удобно с дозатором. Чик-чик. Для посуды. И этот. И по цене выгоднее, чем брать маленькую. В общем, взяла, попробую. У нас заканчивается. Ну и все. Это туалетная бумага уходит в сторону. Так, дальше у меня тут продукты. Булки. На 600 дней. Завтра Назару еще в школу. Сима тут как тут. Мне надо на бутерброды. Сима. Пожалуйста. Такой сладкий чили взяла, соус. Вкусный, я его люблю. Томатную пасту, сейчас борщ буду варить. Взяла сырочки вот такие. Ой, ну, все падает, ладно. Тут лук, буряк, сырочки. Тоже и Назару в школу, чтобы дать можно было. Ой, неудобно. Вот такие сырочки. Дальше йогурт завтра с собой возьмет. Бутерброды и йогурт. И еще две томатные пасты. И второй пакет. Сметана. Такие кусочек ребрышка взяла на борщик. Бульон сейчас поставлю. Такую небольшую капусту на борщ. Сырок тоже на бутерброды. У меня колбаса есть, а сыра нет. Дальше у меня тут... Ой, сахар.
компотик сварю. Там, по-моему, немного осталось сахара. И куриные крылышки такие резаные, которые прикольные. Взяла много, сейчас замариную. Пускай до вечера маринуются. На вечер приготовлю. Как-то так. Там еще, в принципе, макароны по-флотски есть. Но их немножко. Так как у меня один выходной и завтра на работу, то надо все это сделать сегодня. И как-то так. Короче, по поводу брата. Вчера он вернулся в Черкассы. Его завернула медкомиссия. Так, Сима! Там какая-то жесткая проверка была в этой учебке, куда их повезли. И завтра везут уже в другую. То есть его не вернули совсем, а просто перевозят в другую учебку. Вот. Пока где, что за войска, мы ничего не знаем. Пока его определяют еще. В процессе определения. Как-то вот так вот тошно. Тошно. Все ждут наступления от наших соседей. Пожалуйста, русофобцы, не пишите мне дурню в комментариях, не старайтесь, я вас блокирую нахрен. Ну, правда. Блокирую, не хочу даже не дочитываю. Я только начинаю читать и улавливаю смысл, ну, суть. И дальше не дочитываю, мне неинтересно этот понос весь пропускать через тебя, оно уже в пакете. Вот, и чтобы люди, которые читают украинцы, тоже не, и те, которые действительно переживают, не читали эту всю чухотню тупорылую, я по-другому это не назову. Поэтому не пыхтите, не пердите, не старайтесь и не тратьте свое время. Потому что я это все удаляю, блокирую и выкидываю за военным русским кораблем. Ладно, выстоим, держимся. Буду сейчас готовить кушать. Отковыриваю крылышки, потому что фольга пригорела. Сами крылышки нормально. Фольга, вот это соус, которым мариновался, пришкварился. Вот я их снимаю. Ну, поприставали. А так-то вкусные, капец. У меня голос пропадает все больше и больше. Здесь борщ мы уже покушали с Сережкой. Пюрешка. Все, и компот. Можно завтра на работу идти. У нас раннее утро. Я говорю всем пока, потому что вспомнила, что вчера даже не попрощалась. Упала. И все. Этот голос садится, вообще не могу уже разговаривать. Душа тяжело. Ну, ладно, включилась всем сказать пока. Но мы начинаем уже день, поэтому я скоро вернусь.